Спасибо, Миш. Не за что. Александр Пушной. Здравствуйте, друзья. Спасибо. Я, знаете, часто провожу эксперименты. Когда я провожу эксперименты с электричеством, я не могу вспомнить результаты. Так все-таки, ребята, чтобы играть на электрогитаре, нужно ли надевать резиновые перчатки? Александр, прошу, повторяйте вопрос для Кирова. Нужно ли надевать? Да, если вы врач-гитарист. Sega Mega Drive 16 бит. Sega Mega Drive 16 бит. Ребят, вот играешь, когда 16-битную музыку, нужно ли надевать резиновые перчатки, когда играешь на электрогитаре? По вашей логике, когда играешь на пианино, надо надевать бахилы. Ну что ж, спасибо вам, Александр. И последний вопрос задает Гарри Харламов. Здравствуйте все. Я тут недавно женился. Буквально на днях. Я все еще в костюме и не был дома. Вопрос такой. Женился я, вообще жизнь поменялась. Посуда чистая, рубашки белоснежные, в холодильнике полный холодильник. Порядок идеальный. И самое главное, это я все своими руками, сам, понимаете? Какие еще плюсы в семейной жизни? Минское море. А какие еще есть плюсы в семейной жизни? Ну, теперь можно еще и стильную бородку отрастить. Да. Спасибо. А какие еще плюсы в семейной жизни? Перчатки не надо надевать, когда на гитаре играешь. Потрясающе, потрясающе. А вот кого я ждал. Высшая лига, просто вот, чемпион. Просто. Я это вижу, как после этой шутки Гусман просто под столом будет лежать. Это оглушительный успех будет. А он лежит, на самом деле. Мы прощаемся с командами в конкурсе «Разминка» в этом сезоне.